Соревнования всегда стимулируют нас к успеху. Сегодня самые маленькие члены фитнес-клуба «Миста» соревнуются в умении плавать. А судит их специальный гость – главный судья Олег Лисогор, олимпийский чемпион Украины. Не создай себе кумира, но брать пример с лучших – это удел настоящих спортсменов. Сегодня дает мастер-класс Олег Лисогор. Часто проходят подобные мероприятия? Подобные мероприятия проходят один раз в год, и это уже четвертое соревнование для детей, которые мы организовываем в нашем клубе. С каждым годом результаты детей, членов клуба, самых маленьких членов клуба, лучше становятся? Конечно, да. Мы это можем отследить по результатам соревнований. Возникает рядом с кем такое ощущение? Вы чувствуете, что человек превыше тебя? Были ли такие? Потому что, когда ты олимпийский чемпион и многое умеешь, сложно найти для себя человека более способного. У меня тоже были в свое время кумиры. Не так долго, не так много их, правда, было. Потому как у самого начало получаться. Занимался анализом всегда, смотрел и всегда восхищался, если действительно у кого-то получалось лучше. Гость сегодня у вас присутствует, Олег Лисогор. Мне кажется, он детей стимулирует к еще лучшим результатам. Да, знаете, дети всегда стремятся к звездам. Мы хотели подбодрить их, показать, к чему можно стремиться, чего можно добиться благодаря этому виду спорта. Сегодня, как профессионал, как вы оцениваете соревнования и уровень подготовки детей? Юные пловцы, которые в возрасте 1,5 до 4 лет, но они действительно меня удивили, потому как в некоторых бассейнах это делается с помощью взрослых, с поддержкой взрослых, здесь же они самостоятельно плывут. Что касается более старшей категории, то тоже действительно они показывают, пускай еще не идеальную технику, но тем не менее проплывают достаточно быстро дистанцию, достаточно уверенно, технически достойно. Мне хочется обратиться к самому маленькому участнику, который сегодня получил 2 медали. Ты доволен своим результатом? Да. Кого ты хочешь поблагодарить за свой результат? Родители. Тебе много помогают в твоих спортивных достижениях? Да. Как ты оцениваешь свой вообще результат? Ты довольна собой осталась? Да, я довольна, потому что даже несмотря на то, что я получила 3-е место, я не перестаю сдаваться. Буду тренироваться и буду делать все усилия к тому, чтобы получить 1-е место. А у вас есть, как у тренера, как у руководителя, вот дети на вас смотрят, берут с вас пример, какой-то свой секрет спортсмена? Вы знаете, секрет, самое главное, упорство и труд. Это изо дня в день повторяющийся режим тренировок, питание и сна. Я считаю, что в этом есть, как говорится, самая главная истина для успеха.